Код 7. Фаза просчитывается. Передаю информацию в главный корпус корпорации Apollo Engineering на острове Исла Спира, проект Gateway. Поступили первые сведения об обнаружении нового вида на острове. Выслеживание и наблюдение за ним оказалось трудным. И мы держим вас в курсе всего происходящего. Скажу сразу вам, что это Apex, и как вы знаете, за Apex'ами проекта мы следим довольно внимательно с начала обнаружения Дейнозуха и того же стегозавра на Спира. Вашему вниманию представляю травоядного трицератопса. Как мы поняли по программе Legacy, это достаточно маневренный, сильный травоядный, который может победить даже самых опасных хищников его среды. На Gateway этот травоядный выглядит еще более грациознее и сильнее. 2 года назад мы посылали вам первые видео и фотоотчеты о нем. Был некий материал, но из-за катастрофических бурь на острове Gateway наши дроны были уничтожены, система слежения также нарушена. К чему привело то, что мы не смогли передать вам больше информации. Да, напомню вам, что погодные условия на Gateway иные, нежели на всех островах, уже открытыми Apollo Engineering. По погодным условиям будет другой доклад. По трицератопсу еще также дополню, что данные существа в основном придерживаются своего вида. Не любят особо находиться в смешанных стадах. Они могут с легкостью напасть на травоядного другого вида, так как не особо любят разделять территории. Также мы видели неоднократно сражения между своим видом. Особенно жестокие схватки происходят во время их брачного сезона. Хищники их тиры способны также получать в значительной мере хороший отпор. Главному директору наши ученые уже отправляли данные зарисовки. Хочу напомнить всему руководству, что наши доклады несут информацию, подчеркивающую однозначное наступление скорой фазы 7, которую руководство ждет с нетерпением. В конце доклада хочется приложить одну малую запись звука динозавра, который поистине звучит ужасающим и держит обитателей Gateway в страхе. Думаю, вам будет интересно. Следующий доклад фазы 7, код 1. Совсем скоро.